Но графен такой нормальный. После старого ноут не можешь привыкнуть. Так, ну а как оружие это менять? Я не пойму, что за бред? Что не меняет? Тут взял вроде автомат. Что за хрень? Давай еще раз залезем сюда. Открывай, блин. Не хочешь? Ну, ладно. Или без автомата бегать. Слушай, может Q или E? Нет? Тоже? H, G. Спасибо. I. Инвентарь. Какой начал долго, пиздец. Не говори. Сори, я пропущу это, я видел это все, блять. Ну, взял, да. А его типа выбрать еще. Блять, ты его подбираешь оружие, а потом его типа нужно еще и выбрать. Экипировать? Турдом вообще, да, экипировать. То есть заходишь в инвентарь, ты его должен экипировать. Трындец вообще. И то оно у тебя не выберется. Три пистолета, один. Ну, смена, конечно, тоже была. Глушителем, да? Угу. Вы работаете? Работаю. Сколько нет? Ой, как здесь долго в прицел. Это просто я рак. Монитор. А как качество идет в игре? А у нас такой график. А, полностью высокий, да? Что-то. А, кепка. О, кепка вообще нужная штука. Давай экипируем. Улучшение головы. А где? А в этом инвентаре. Типа в траву заходишь и изображение такое меняется, типа ничего не видно. Это интересно, кстати. Неудобно нифига, но интересно.
mean, we killed all those guys. Double so sure. One door is out there first. I'm just trying to find out if it's kind of mission or the kind of people who might just survive the shit going like that. Смотрите обучение. Ой, что-то с получением навыков. Можете оживлять себя. Все, я тут, а? Скрытое отступление. А здесь можно вид камеры менять? Ой, блядь, разъебал машину. Повышение скорости. Ты имеешь в виду дальше, ближе? Вроде да. Нет, типа от первого лица и только от третьего. Ну, вроде только от третьего. Блядь, нихуя суби, 60 FPS, как неудобно по сравнению с теми моментами. И мне какой-то, короче, пушку дали, Скорпион, я его сразу нацепил, потому что Скорпион это вообще... По любасу должно быть пиздатое оружие, потому что во многих играх это Скорпион это вообще... Сорян. Блядь, евреи звонят и сбрасывают. Так, скрытное отступление, исчезнуть в клубах дыма, скрывающий наноспрей. Бля, мне уже, кстати, предлагают, типа, купить. Да, я такой, нет, я продолжу. Предлагают. Я такой, нет, я продолжу, пожалуй, играть. Бля, ну графен, кстати, здесь прям охуенный. Мне уже нравится графен. Глушите, прям очень классный. Не уменьшает урон. Че такое? Мечает врагов вообще радиус действия. Может дольше контролировать дыхание. Блять, ни одного прицела нет, ебаного. А, стоп, а здесь без глушителя? Бронекрушитель. Класс, бронекрушитель. Разведка. Нажмите Z, используйте бинокль. Бинокль на Z выделить. Угу, понял. Так, Z. Z у нас дрончик должен быть. Давай, наверное, датчик и мед все-таки возьмем. Сны пока. Далеко, да? Или, блин, все-таки что малой? Блять, куда я упал? А, тут нельзя бойца прыгать, только лазить. Получить. Окей, боец. Я боец, понял? Новый навык. Получено. Опа. Очко. Как я красиво сделал, а?
Чётенько, one tap и минус челик. Ты сложность на максималку поставил? Нет, предпоследнюю. Ставь на максималку сразу, забей. Чё такое? Вообще и лайтовая игра, что ли? Не, на максимум стоит. Какую кнопку я нажал? О, тут можно ключом мышку. Блин, а как? Ты не помнишь? Ага, вот, спасибо, я сменил. Чё я не помню? Жилет оператора дронов? Не, уже ничего. Ну тут видишь, еще добавили, короче, там просто ты меняешь косметический вид делаешь, да, а тут добавили, короче, то есть ты кастомизируешь персонажа, и у него там, допустим, от снаряжения увеличивается броня, уменьшается броня там, то есть такая фишка. Вот, и он менее проворным стал, чем там. Так, в принципе. Что это такое? Включи ночное видение В. Чтобы активировать его эффект. Пидор бегает. Прыгает, бегает. Давай вот этого синхронируем нахуй. Нормально, хоть так. Я заставил чувака убить, чтобы можно было, блять, убить меня. Чтобы синхронно можно выстрел... было убить тебя? Мне, потому что, блять, этот чувак там бегал своими. Я вообще не мог в него прицелиться нормально. Так, это что у нас такое? О. Так, давай-ка мы дрончика запустим. Так, а если я перезаряжу, он сколько патронов заберет? А, ну тут нет такого, то есть, что просто выкидываешь и все. Ну, графика тут получше немножко. Да? Еще лучше, чем Wildlands? Да. Они стали менее проворными. Туча, 1-1, это Уивер. Ответь. Прием, это Уивер. Ответь. Ну что там? Хрен там. Это Уибер. Хрен там, блин. Контакт, хрен там. Хера тут, блин, какие-то чуваки. Пойдем. Знаешь, что мне нравится? То, что тут нормальные эти. Walker. То есть, если ты ходишь, тебя и тебя не палят, вот, то... Если ты ходишь, тебя не палят? Да, и твои эти дебилы не палятся. Walker. Смотрите обучение. Опасные, очень опасные враги будут отмечены значками на их головами. А, вон оно что. Окей. Высокоуровневые враги вергают. Хорошо, травить, что вообще силу. Угу. 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 Типа супер опасные враги. Вообще весело. Так, надо пойти все-таки дорваться до воды. Еще враги. Супер опасные враги. А, вот. Еще один. Не стой, стой. Хрена тут толпа, блин. Чуваков. Попробовать их заварить, что ли, даже не знаю. Вот тут есть тактическая. Эх, блядь! Эх, блядь, я понял. Все, я понял. Тут такая карта большая, оказывается.
Да, она здорова. На альт, что ли? Или нет? А пушки можно как-то... Чего? Например, вот у меня есть инвентарь. Можно менять, я... можно кастомизировать. Кастомизировать можно? Да. Италия. Всякие вещи на них вешать. Прицел. Ага, а прицел у меня... Кажется, один, да? А их где добывать вообще, эти прицелы? Ну, там по карте разбросано, короче. Так, а тут еще кто-то стоит у меня. Не, графика получше. То есть, если сравнивать с Вайдлсом, графика тут лучше. Прорисовка, всякие растения, всякая такая фигня. Плюс еще, когда ты заходишь в траву, то есть видимость твоя уменьшается. Экран темнеет. Вот. Получше теперь начал прятаться там за вещами. То есть подходишь к нему прям. И это начинает чувствоваться, что ты спрятался. А, скорпион, который дали, его модифицировать нельзя, лол. Ты имеешь в виду за этот, который? Такие, ну, да? Ну, не знаю, за то, что мне дали этот... Тут теперь солнце влияет, допустим, если ты в прицел смотришь, и сзади тебя солнце светит, то у тебя прицел отсвечивает. Нахера не видно, чем из него. Прикольно же. Прикольно, да. Много нововведений. Ну, думаю, интересная будет игра. В плане того, что и PvP тут будет поинтересней. Даже чем в Wildlands. В Wildlands она так, тоже, так, в принципе, так, неплохая. Так, 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 так. Ну-ка, ну-ка. Пошел отсюда. Здесь, я думаю, поинтереснее будет PvP. Ой, а тут свалиться же еще можно. Мне нравится. Че тебе нравится? Как челики выходят из машины, когда ты просто... Целишься, и машина, что жаль, такой прицелился. Он такой выходит на тебя, смотрит, съебался такой. Их, кстати, убивать нельзя, в плане того, что если ты пару раз их убьешь, то типа провальная миссия будет. Не, я просто прицелился, и все, типа, не больше. Вау, блять, ебать, здесь тачки дрифтуют, блять, на грунте. Раньше управление, кстати, было вообще убогое там. Кажется, я сократил нахуй. Нет, только не туда. Блять, я маршрут сократил, блять. С горы уебался. Уебався. Уебан. Я тебя называла, да? Долбоёб. Там тобой не пора. Да, ну кстати, блять. Только я не пойму. Надо все сделать, чтобы у меня показывало, сколько у меня FPS. Блять, вот это размытость движений, нахуй, как я ненавижу эту хуйню. Где это, блядь? Вот, размытость при движении, не надо. Боец уровень 2. О, а это, кстати, прикольная тема. Дробовик доступен. Щит тема. Мне доступен дробовик теперь. Я теперь мощный парень. Ты кого из него тут убивать? Наверное, так же никого. А, лол, он всего 2000... Ой, 2000, говорю. Две этих? А, есть очень высокая настройка графики. Ульта. Высок. Магазин. Сменить можно, ничего нельзя. Стандартная насадка. Во! Прицел. Размытость убрал, сразу, прицел, блядь, играть можно. Сменные точки. Давай вот этот выберем прицельчик. Ствольник можно взять? Бля, бабка ебаная, чуть не сшиб ее нахуй. Бабок сшибать нельзя. Раскраска. Да ты куда ты едешь? Закрыт. Так, ладно. Нихуя себе, я на ультра, короче, захуячил, тут такая графа. О, а вода здесь охуенная. Блять, мне... подожди, надо остановиться, посмотреть на эти джунгли. Это оружие переключить между...
Я тени себе въебашил на максимум. Блять, пиздатый графен, слушай, блять. На ютубчике такого нет, блять. Ну там смотри, когда с Твича, если ты стримишь на Твиче, потом на Ютуб выкладываешь, то графика режется, я знаю. Да. Это же Ютуб. А на Твиче она, то есть, на полноценно идет. Блин, там третий. Ctrl-C. Ctrl-C. Чтобы подкрасться определенной помощью. Ctrl или C, чтобы забить. А, C у меня следующий, ага. Ага. Берем пистоль, вызываем дрона. Блять, мне так нравится вот эта тактикульная хуйня. Угу. То, что ты так на дроне. Ех, блять, а че у вас так много здесь? Давай мы их. Ай. Ладно. Е-е-е. Три хедшота. Да, правда. Так, а мы можем выбрать. Каждый класс есть дополнительный уровень. Окей. Улучшение класса. Улучшенная полевая кепка. Что, бля? Че я выбрать не могу. А. Блять, меня спалили, охуеть. Пизда тебе. Пизда, бачок. Бачок потик. Сменить нельзя. Ну и класс, ну одно очко, да, вижу. Ничего теперь основы. О. Ночное видение. Ай, блядь, уебок. Вот это плюс 20. Ой, как я тут хедшотики вешаю красиво. Ночное видение, наверное, тоже надо. Сначала очки опыта. Пусть будут. Потом уже ночное видение включим. Смотреть места аварии. Как лечиться? Лечиться. Он сам лечится. Ага. Это здесь нужно что-то юзать, чтобы лечиться, а там он, короче, сам. Ну нет, какой дрон, блядь? Пусть едет. Интересно, а я элитных врагов смогу загасить? Пойду попробую. Заткнись, ты орешь, тут ходишь. Тут тупенькие враги. Хотя, в принципе, то есть меня не должны замечать именно с той позиции, с которой я стрелял там. Ну, слышали, что стреляют, но блядь, откуда тоже не должны заметить. Тут есть вертушки, блядь. Это лучшее, что могло быть в этой игре. Да, вертушки тут есть. Вот, видите, управление тут четко. Опасная зона 150. Зона 150 уровня. А, то есть, короче, здесь мне жопу надерут. Я их все равно не смогу убить. Правильно понимаю, 150 уровня. Или я все-таки смогу гасануть? Смогу или не смогу, не знаю. Так хочется попробовать. Блять, как здесь красиво, я просто на вертеле летаю, короче. Минус. Да нет, в принципе, гасится. А теперь увидели меня. Есть. Ах ты ж, блядь! Да! Че, ёбнули тебя? Ага! Гасятся, они снимаются, но, блядь,
Жесткие, что-то они прям стыки, походу, в голову ушел у меня. Нашел снайперскую винтовочку. Она снайперской винтовочки. Ой, блять, она с глушителем и с прицелом. Ой, красотища, блядь. Так. Давай еще раз попробуем этих дураков загасить. Или что, все, их уже нету? Нету там? А, есть. А, то есть мне опять с этого момента... То есть опять всех перебивает. Ясно. А. Все-таки... Пасеки? Все-таки их загашу. Эвакуируюсь. Оп, четко. Who are these guys? Так, нам все сначала сзади расчистить. А, и эти риснулись даже опять. Что такое вообще? Какого хера? Там какое-то спецагентство, а у них штаб ебаный сарай. Конспирация, что ты хочешь. Нет, ну, нет бы хотя бы какой-нибудь нормальный такой домик или... Ну, не в смысле прям особняк или там подобное, просто обычный дом. Ну, типа, какие там есть. Ну, не сарай какой-то ебаный, блядь. Со свиньями. Сарай не нравится. Да. Сарай — это модно. И снайперка теперь больше. Все, сейчас подделся. Сразу свой этот ебучий скорпион убрал, короче, пизду. Блядь, реально уровень, кстати, грузится долго. В смысле, нет, ты один раз загружаешься и все, потом все быстро. Ну вот я эвакуацию нажал, вот у меня сейчас тебе первый этап завершил. Какой-то. Эх, ёп! Ну, сотка сразу. Привет, педики. Не, я все-таки их перевалю. А оружейные ящики хоть как-то помечаются на карте? Ты допрашиваешь, короче, лейтенантов, они тебе говорят место. Где можно забрать, короче, всю эту байду. Оружейные ящики один из трех. Ящики аксессуаров один из трех. Так, что мне нужно делать вообще? Лейтенант по станции. Давай, давай, бросим. Точно, мы сейчас двоих убьем, короче, слиняем. Потом остальных гасаним.
блять! Чётенько. Mm? Да синхронный выстрел, как уебал, он чувак вообще охуел, наверное. Так, а бинокль у нас на Б, правильно? Да. Поздравляем, призрак, вы только что завершили свое первое задание в выставке, где вы можете начать задание, были... Да не хочу я пока покупать, но... Не хочу я, ну не надо, ну пожалуйста. Так. Эти, я сейчас думаю, все поднимутся наверх, наверное. Интересно, не спалились эти? Мы призываем дьявола, чуваки. Что подобрать? Тело типа подобрать? Значит, ты меня ищешь? Где я вертушку оставил? Там я ее оставил, пойдем заберем. Ну теперь на вертолете я, блин, гоняю. Пер у кого-то вертушку, короче, теперь тупо на вертушке не ваш. Прикольно на ней летать. Давайте, давайте, долбоёбы. Так, валим. Валим, валим, валим. О-о-о-о-о-о-о. Эх, я шмякнулся, короче, с горы. Что-то час прям быстро прилетел, я даже и не заметил. Че, все, что ли? Можно не играть теперь? А? Все, теперь больше нельзя играть, конечно. Не, я в плане того, что я посмотрел, сколько я уже не играю. То есть я думал, минут 30 где-то вот так вот. Максимум, короче, уже час прошел. Я могу ее вообще до 9 тестить, и там, может, мне что-нибудь какую-нибудь фигню дадут. Там, естественно, еще вайпы будут всякая хрень. Чего не убился снайперки с одного выстрела? В Вайлансе, кстати, чар мой сохранился, но опыт и вся такая хрень вроде сбросилась. Почему? Ну, я тоже на закрытый тестил. Потом, короче, начал уже играть, ну, через сколько я, через год, наверное. А, вот же. Блядь, же... нахуй ты сказал, прошмякнулся, я тоже нахуй разбился. Я же это, Far Cry потом залез, пятый. Mm-hmm. Пиздец, взял, просто упал, короче, отбился нахуй. Все, чувак, я поднимаю сейчас.
Ты что, блядь? Level up. Бля, пропалили опять, что ли? Валим. Валим, валим, валим. Ну нахуй, вот это попадание, блядь. Что там у меня за способности? 2 очка видения. Давай возьмем. Бля, Дэн занят. А он, наверное, сюда не может залезть, он же не VIP. Ты его можешь перетащить, если что. Скорость перезарядки. Если он в группу зайдет, ты его можешь сюда перетащить. И мобильность. Это что, парашют? Давай парашют сначала возьмем. Вдруг что, потом уже перезарядку. Сейчас я его перетащу. Ага. А я не могу. Не можешь? Сейчас я перетащу. Mm-hmm. Ты должен вообще-то, по идее. По идее, ты должен перетаскивать. Здоровался. А, привет. Так. Там мразь бежит. Бежит, смотрите на него. Да бегался, сука. Так. Ну что там, успокоились, нет? Ну, поинтереснее, я тебе скажу, чем Wildlands и Breakpoint. В плане графики и, в принципе, мне кажется, скимплы поинтереснее. Так более реалистично идет все. Покупай Breakpoint. Нихуя себе он стоит. Через сколько? Через месяц поиграем, когда он там, блин, будет. Ну что ты, конченый на РМ вчера как отыграл? Все нормально. Охуенно, блядь. Я тебе сейчас что-нибудь еще повыполняю задания какие-нибудь. Как хочешь. В принципе, можешь не делать, там уже бесполезно, мне кажется. Не, ну почему? О, камуфляж оба для Макмила, я понял. Так, ты еще начало, то есть там у меня еще команда, ты там статуешь с командой, а тут я, короче, разбиваюсь и один, то есть соло получается, меня тут нагинают. Нет. Вот, а это у меня еще команда нет, а вот команда будет, тут, наверное, тоже веселую тактику какую-нибудь сделают. Блять, там смотрю, бывает. Друганы, короче, тоже заходят по юплею в этот брейкпоинт. Тоже тестится. Кстати, тело, короче, одно из них с этого Wildlands играет, можно его тоже сюда забайтить. Потом, если надумаешь Wildlands покупать. На, в каску тебе. О, снайпа, что ли, доступно? Че такое? Рекона 1. Что это такое? Сейчас, секунду. Чё? Чтобы активировать пистолет, скорость перезарядки, вон. Максимальный безопас. Максимальный безопас припасов. Ясно. А это что такое? Дополнительное умение. Чё мне, сундук какой-то меня? А, типа сделать, окей. Ясно, всё с вами. Где пушки мои? Что такое? Забрать? Да, это снайпа. Личный магазин. Стандартный. Сколько там получается? 5, тут 10. Да мне и 5 хватит. Нахер мне не мешает. Проблема. Прицел. Mm-hmm.
Ну то здесь был вертолетик. Не, поинтереснее они сделали. Да? Я думал, говно какое-нибудь. На самом деле, прикольно. Ну, это, знаешь, пока в первое впечатление. Сейчас я дойду до этих, до команды, до своей. Что там дальше будет. Так. Че у меня тут? Где моя снайпа? Лёха, ты что, заиграл сегодня, что ли? Я говорю, ты сегодня Warface играл уже, что ли? Ну да, там вроде одну карточку схватил на мясорубку. Или в РМ, не помню уже. О, со снайпой дело пошло прям. Пиздец, вообще ничего не говори. Это, блин. Так, там же еще, видишь, траектория пули, всякая хрень. То есть. Угу. А что за вопросительные знаки на миникарте? Неисследованная область. Угу. А, тут кратность еще можно менять. Нихуя себе, вы меня куда привели там, блядь, по заданию, нахуй? Чё не меняешь? У меня какую-то базу, блядь. Держать, что ли, нужно? Ага. Сейчас я приду, короче. Тебя можешь добавить сюда одного человека, Сандра? Ну, пусть в этот, в группу зайдет, а я его перетащу. Так, ты глава нашего клана. Ну, я ее пока замещаю. Куда-нибудь пусть зайдет, как зайдет, скажешь, тогда я на паузу поставлю. На паузу поставлю. Дойду куда-нибудь. Ой, там тут даже типы сами еще ищут, ну, типа, замечают врага. Да, да, они это там можно сделать, чтобы они просто сами. Смотри, сейчас на канал Майн зайдет. Ага. Челик в упор, добавь его к нам. Чтоб могли, короче, это. На Q, что ли, там нажимаешь, и там в колесе выбираешь, чтобы они сами чистили, короче. Но они могут тебя светануть, когда будут сами чистить. Mm. Так, а может я и гранаты закидаю как-нибудь? Как-нибудь закидаю гранатой. Так, а где у меня такая была, которая взрывается? К1. Что? А, она поменялась. Так, а чё у меня? Рядышком еще двое стоят. Наверное, их снять сначала. Так. Всё. Всё, она зашла. Ай, сука, стрельнул нечаянно. Блять, меня за ФК кикнул. Блять, зашел за тебя на блице набить урон. Зашел, минус 4 сделал, пока переписывался с человеком, блять, кикнул, да. Ой, как хорошо. Что я люблю снайперку, блять. Да. Снайпа это. Сука, я промазал. Тупо снайпер, ебать. Да, в этом весь и прикол, если ты промазал, то у тебя не будет больше. Опа, сейчас я и этого шохну. На, да. Ах ты, сука, нет, я тебя не шохну, блядь. Здесь ты одно, один мусор падает по ресурсам. Да, ты вообще хуй падаешь. Не, а вот в Вайлдлендсе они более такие, знаешь, они тебя замечают. Вот ты стреляешь, ты промазал, да, они такие раз, стрепенулись такие, чё за фигня, короче. Потом, то есть, у тебя какой-то промежуток времени, они тебя замечают. А тут они, короче, раз такие потерялись, чё, откуда стреляют. И такие, блин, не знаю, что делать. Ну ладно. Так, я не знаю, как это, плюс или минус, но... Когда, в принципе, когда ты издалека стреляешь, то есть, они и как бы и не могут понять, откуда ты. Конечно, пока ты очередь не дашь. Так, а вы чё, человечка перенесете, нет, из канала Майн? Так я перенес его. А, вот. Перенес? Да, в укор вот он сидит с нами. Чё ты молчишь-то, Руть? Не буду я говорить. Отстаньте от меня, плохие. Русь, я сейчас, короче, с канала, с канала, ну короче, с канала. Так, блядь, уже все у него, блядь, спермотоксикоз поебашил. Ой, блядь. Спермотоксикоз, братан, я типа, я на работе, короче, сегодня типа... Подрочил, да?
Не-не, это ежедневно, а это на работе. Это на работе экстрим. Сука, взорвитесь нахер. Не, братан, понемногу, короче. А, не-не-не-не-не-не, стоп. Не-не-не, меня тут не было, ребят, я ухожу. Я ухожу, все понял. Слушаешь, что? Короче, зайдешь в Warface, я на аккаунте рассольгу буду. Это аккаунт моего друга долбоеба, типа, такой же, как я. Пулемет откуда ты нашел? Где нашел? Черт, блять, а я со мной вонючий снайперка бегаю. Бежал, короче, под деревом пулемет нашел. Че за хрень вообще, не понимаю. Пошли, Рэм, Зай. Зай. Подожди, да, я загружаюсь. Че происходит? Зайка. Вообще? Зайка. А это не та пушистая, кто-то там, блядь, аккаунт не ее. Пушистая? Дэн, молчи. Дэн, молчи, не вставай меня. Пушистая? Андрюх, это че, ёбнутый, что ли? Так, ну помнишь ты у какой-то этой... Да, это она. Слушай, Зайка там тоже как раз. Ей, да, ей, пулемет ей, нельзя ей, взять, нет? Ой, блядь. Интересно, но она играет лучше, она играет лучше, Андрюха, чем ты, типа. Понял. Типа, ты по сравнению с ней инвалид. Вот подлизнул и зачмырил, тут фиг его знает даже. Тут хуй поймешь. Опа, данные. А, нет, тут тоже, кстати, нельзя этот ставить. Глушитель на пулемета, это плюс, кстати. И братан, то... кстати, ты знаешь, сколько на торговой площадке сейчас бабочка стоит, Фобос? Mm-hmm. 800 кредитов, ну, даже уже 700. Оу, я обнаружил много ящиков с оружием. Рядом со мной есть кто-нибудь? Блять, дробовик. Да, Зай. 782 кредита. Рукоятка, заебомба. Не, лучше с глушителем возьму, ну нахер. Компенсатор, заебись. А Макмиллан. На равный прицел. Там, кстати, смотри, глушилы тоже дамаг режут. То есть такая вся фигня. Да, я знаю. Я понял. О. Какой нахуй дамаг, я без прицела играю, блядь. Ну, жизнь боль, что я тебе могу сказать. Идем, как у тебя ник? Рассольгу.